Татуированный кот получил новую наколку. Трехлетний бес живет в Екатеринбурге. На теле животного по прихоти хозяина уже выбиты карты, деньги, его собственная кличка и даже портрет Мерлин Монро. И вот теперь появилось еще одно изображение. На этот раз звезды, которые накалывают себе заключенные на зоне. Тату-салоне говорят, коту не больно было, ему сделали укол. Но оправдать подобное обращение с животными все равно нельзя, уверен зоолог, ветеринарный врач Андрей Подлужнов. По моему мнению, делать животным татуировку просто по прихоти, это уже, вот, по моему мнению, потеряет на жестокое обращение с животным. Вот это раз. Во-вторых, для каждого вида животного есть определенный свой препарат. Скажем так, идеальный наркоз для животных. То есть там для кого-то цианобромат натрия, для кого-то этиловый спирт. И так далее, и так далее. То есть, если татуировщик перед тем, как пойти к данному животному, данный вид заказа, получил полноценную консультацию от ветеринарного специалиста, какой вид наркоза подходит именно для этого вида животного и для этой породы животных. Татуировку животному, как бы сказать, кто это может делать? Да это никто не может делать. Это примерно так же, когда, давайте вырежем корове на спине крылья.